Ку-ку, Алиска! Всем привет! Вы на канале Мисс Алиса. Сегодня ко мне пришли в гости вот эти девочки! Ничего себе, какая большая коллекция! Начнем с вот этого набора. Начнем мы с Rainbow Dash. Rainbow Dash, она у нас улетела. Вот такая вот спортивная девчонка Rainbow Dash. И у нее тут и футбольный мяч, и кубок. Она, видимо, уже что-то завоевала. И даже ушки. Да. Ну что, давай начинаем распаковку. И, кстати, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно подписывайтесь, обязательно нажимайте на колокольчик. У нас пишите всегда... комментарии. Да. У нас пишите всегда... вопросы, мы будем отвечать. У нас всегда целая куча разных новых игрушек и новых распаковок. Поэтому, если вы любите My Little Pony и Equestria Girls, обязательно напишите в комментариях или поставьте плюсик. Да. Тут вкладыш идет, ребятки. Вот, посмотрите пока. Вот это вот тут. Так, что ты тут? Посмотрите пока на бумажку, сказала Алиса. Так, что тут у нас есть? Внимание, сейчас я буду доставать так мусор. У нас есть вкладыш. А, ты можешь это дело сканировать и в приложение, значит, на планшете все это дело закачать. Посмотрите, какая огромная коллекция этих куколок. Даже мальчик есть. Мы мальчика не видели, Алиска. Да, мы не видели. Обязательно, обязательно надо мальчика приобрести, да? Да. Вот. Ой, у меня уже что-то выпало. Красота. Посмотрите пока это. Что? Флажок. Есть такое дело. Классное. Давай посмотрим ее поближе. Это у нас распакованная Rainbow Dash. Красотка в розовой юбочке. И у нее самое прикольное, что отстегивается хвостик. Да, сейчас я вам скажу. Вот. Обнаружили мы с Алисой, что у нее, оказывается, снимается хвост. Да. Так, и здесь куча всяких аксессуаров. Вот они, ушки. Это не побегали, или Трикси? А, Трикси вот побегали. Ой, мячик укатился. Вот эту куклю они побежали, Трикси. Так, значит, мячик футбольный. Это у нас мягенькие такие штучки. Видимо, ворота можно так поставить, чтобы туда гол забивать. Стаканчик с чем-то прохладительным напитком каким-то. И сумочка. Спортивная. Классная спортивная сумочка. А, так, флажок мы уже видели. И кубок. Да. И вот такой вот кубок с первым местом. Класс. А теперь давайте начнем распаковывать. Девочка, хвост прицепили? Вот прицепили. Такой вот, вот такой вот. Так, девочка. Девочка, которая не побеждали. Ага, мы распаковываем Трикси. Я распаковываю. Красивая. Давай, распаковывай. Мне, кстати, она сама очень нравится. Сейчас. Yes. Трикси, Трикси. Как нам поставить эту девочку? У нее, кстати, шарнирные ножки гнутся. Прикольно. И ручки гнутся. Ага. Ребята, здесь действительно другой вкладыш и другие наборы. Вот этот набор, куда там стоит такой кинотеатр. Вот, смотрите, туда можно мой планшетик вставить. Класс. Вот этот набор у нас есть, я так понимаю, да? Да, такой есть. Сейчас я его покажу. А, вот такого нету. Вот он как раз этот салон Rarity, который мы не нашли, да? Да, это он. Так, что здесь у нас? Еще какие-то бургерные. Санса. И, в общем, Санса. Очень интересно, на самом деле. Видимо, мы... ну как, не то, что видимо. Мы сегодня посетили два магазина, и все, что нашли, все мы купили. Мы нашли, ну, в Тойе нашли, и в Детском мире. Да, то есть мы нашли, купили все, что нашли. Вот этих всех персонажей просто не было. Ну, как бы, я думаю, что мы на этом не остановимся и обязательно продолжим собирать коллекцию. Да, потому что мои младшие сестры можно вот есть, брать. Потому что она ест у моих кукол волосы и просто их выдирает. Да, в общем, нам очень понравилось. И вот как раз вот этот набор у нас тоже есть со зверюшками.
А вот этого нет, Пинки Пай. Тоже надо найти. Смотри, какая кафетерия. Да, кафетерия Пинки Пай. Так, ну что, девочка у нас почти на свободе. Сейчас нога застряла тут. Распаковали мы Трикси. Вот такая вот она прикольная. Шапку. С белыми волосами. Потеряла она шапочку. У нее на шапке игральные карты, ребят. Вот так вот. А еще и шапка какая-то прям волшебница. Подставочка. И подставочка, да. Ага. Следующая куколка. Это Applejack. Да. А потом начнем большие наборы. Вот. Алиса, ты что, на себе рисовала? Нет. А что это? Это я так занималась. Это ты так занималась? Ага. Так, девочка Applejack с микрофоном, поющая и, видимо, танцующая, распакована. Шапка. Шапку, да, тоже потеряли. Шапка вот такая ковбойская с розой, шикарная просто. И, естественно, подставочка. Сейчас мы ее тоже поставим. Вот такое трио у нас уже получилось. Стоят здесь. Трио. Трио, да. Так, следующий набор, Алиска, показывай. Давай мы его рассмотрим. Здесь вообще классно. Есть и телескоп, и какие-то колбочки, и микроскоп, и в общем... Целые занятия. Да, и в общем это химик-ядерщик Twilight Sparkle, или искорка. Тут, кстати, есть такая работа, где такая... Это наша... Пинки Пай? Нет, не Пинки Пай, а... Applejack? Да. Да, Applejack из нашей серии. Ну что, давай эту лабораторию открывать, смотреть. Ага. Давай, давай, интересно. Ой, какие махонькие колбочки. Все вынимаются. Алиска накидала. Красота. Так, вот такой у нас стол. С микроскопом. С микроскопом у нас, значит, стол. Фиолетовый, красивый. А что тут мне Алиска еще положила? Чашечки мерные какие-то. Вазочки. А, это не вазочки, это вот такая вот. Бутылек такой вот интересный, с зеленой жидкостью. Что еще тут у нас? Вот такой бутылек, Алиска. Где уже весь стол заставлен. Так, это подставочка Эквестрия Мини. А, вот еще колбочка с трубочкой зелененькая. Смотри, какой стол богатый, химический. А, вот он телескоп смотреть на звезды. И вот она сама, химик-ядерщик Искорка. У нее здесь карандаш висит вот на голове, очки. И, ой, у нее отвалилась юбка. Пока я ее показывала, юбка слетела. Ой, мамочки, нельзя меня такое показывать, я побежала одеваться. И следующий набор, который открывает Алиса с питомцами. Флаттершай, давай открывать. И у нас напоследок остается гигантский набор с салоном красоты Пинки Пай. На закуску. Так, у нас уже тут весь стол в этих девочках. Поняшках. Поняшках. Я обожаю их. Да, мне тоже нравится эта серия, очень нравится. Значит, что у нас прибыло? У нас прибыла целая артиллерия разных животных. Вот, например, зайчик. Такой серьезный зайчик. Флаттершай питомец. Флаттершай питомец. Значит, вот она сама Флаттершай. Такая девочка, прям девочка-девочка, очень симпатичная, мне нравится. Розовенькие волосики, бантик такой. Классная девочка в шикарной юбочке. Так, это девочка. А это, значит, еда для наших питомцев. Тут есть рыбки, есть косточки для собачки, есть морковки для зайца. Мы сейчас пока все в мисочке убрали. Вот такие морковки. Ну, это чтобы не потерялись. Есть вот такой вот шикарный домик. Помоги, пожалуйста, мне.
что у нас там застряло? У нас тут у нас рыбка одна застряла. Сейчас достанем. Вот, у нас есть такое вот такое спальное место. Это для собачки, интересно, или для кошечки? Для собачки. Вот такой тут. Смотри, какой красивый вот. Подушечка с цветочком. Прям класс. И вот так можно закрыть. Вот, такой на тапочек похоже, да? Спальное место тапочек. Мне безумно нравится вот этот кот. Вот он шикарный просто. Он вот всю сущность котов показывает. Так, и собака с косточкой. Зеленый. Почему-то. Ну, это она с гнева, может? Нет, Ализа, это чернобыльская косточка. В общем, зеленая кость. И черепашка. Вы видели, у нее тапочки-кошечки. Тапочки-кошечки. Так, и черепашка вот такая вот смешная, зеленая. В общем-то, вот такой вот интересный набор был. Сейчас мы еще достанем рыбку. И приступим. Алиса уже приступила. Я думаю, нужно открыть последний набор, гигантский. Целая куча ожерелья. У нее тут целая куча всего, ребята. Есть и коллекция ожерелий, и шикарные парики, и зеркало, и сама Пинки Пай. В общем, вот такой вот салон красоты мы сейчас напоследок откроем и тоже вам покажем. Какая красивая юбочка. Она такая фиолетовая она. Вот. Очень красивая юбочка. Вот. Что еще? Такая красивенькая розовая птичка. Вот. Так вот. Вот такая вот, вот колбочка. Внутри нее расчесочка. Колбочка открывается и можно достать расческу. Итак, мы распаковали все. Покажи. Вот. Что за... Что это? Прическа. Тут... Прическа. Это прическа отдельно от манекена. Да. Значит, есть... Ой, ты уже тут все разделила. Есть, в общем, несколько манекенов вот таких вот. И на них, значит, было надето... Юбочка, да, и парички красивые. Уже все это Алиса благополучно раздела. Вот такое вот шикарное кресло. Мне оно, если честно, напоминает стоматологическое. Но в нем делают прически. И сама Пинки Пай. Классная такая. Я хочу провести эксперимент. Мне интересно, она становится лысой, чтобы на нее одеть другой парик? Да, да, да. Подожди, да? Я хочу сделать. Ребята, вы видели лысую Пинки Пай? Лысая Пинки Пай! Ничего себе! Лысая Пинки Пай! Ну-ка, быстро одень на нее обратно волосы! Быстро! Ты хочешь с кораблем? Да. Вот так у нас Пинки Пай попала с корабля на бал. Ну что, владычица горы игрушек? Что ты хочешь нам всем сказать? Что ты пошла играть? Да. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И пишите комментарии, ставьте лайки, конечно же, если вы любите вот таких вот куколок.